В Астане завершилось одно из самых громких судебных разбирательств. Суд вынес приговор Куандыку Пишимбаеву. Экс-министра нацэкономики признали виновным по обеим статьям обвинения. Ему назначили 24 года лишения свободы. Его родственника и директора гастроцентра Бахджана Байжанова суд приговорил к 4 годам тюрьмы. Напомню, Бишимбаева обвиняли в истязании и убийстве его жены Салтанат Нукеновой, а Байжанова в укрывательстве. Суд приговорил Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание. По пункту 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса 7 лет лишения свободы. По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса 20 лет лишения свободы. В соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы.